самого такая штука есть. Так что могу заверить, работает на ура. Раритан вещь, скажи. Кстати, мистер Зурку. Давай, покажи, на что способен. Добро пожаловать на курс физподготовки капитана Кварка. Здесь вы сможете нарастить свою мышечную силу и думательную силу. Вы готовы? Приступаем! Мистер Зуркону скучно. Ты достиг вершины справедливости. Твои квадрицепсы наверняка горят от праведности и очень болят. Чему такая агрессия? Думаешь, за это больше очков дадут, что ли? Я имущество галактического рейнджера. Ты покорил башню силы. Иди к главной платформе. Там тебя ждет твой приз, Трейдер. Нет.
Думаешь, за это больше очков дадут, что ли? Я вижу, ты прошел мою полосу препятствий. До чего же ты способный малый? Встретимся у входа в зал героев. У меня для тебя есть задание. Ты теперь один из нас, я решил, пора подогнать тебе новую тачку. О, джампер класса G! Это мне? Строго говоря, это собственность галактических рейнджеров, но если выживешь, если выполнишь это сверхсекретное, но совершенно законное поручение, сможешь делать с ним что хочешь. Что за секретное поручение? Я называю его «Операция «Падающая звезда». Поздравляю, кадет! Ты выбран для участия в операции «Падающая звезда». Галактическая разведка донесла, что у председателя Дрека есть оружейная лаборатория в туманности G-34. Твоя задача — уничтожить этот сверхсекретный проект и никому, и это очень важно, об этом не рассказывать. Никогда. Это будет наш маленький секрет. Хорошо, но почему нельзя... Вопросы можно будет задать по окончании презентации. Необходимо пробраться в лабораторию, используя лазутчик, собственную смекалку, а также мужество, обычно характерное для более опытных рейнджеров. Проникни туда, уничтожь то, над чем он работает, и уноси ноги! Удачи! Я бы хотел тебя проводить, но мне срочно рвешься до туманности G-34. Я рассчитываю на тебя, Рэтчет. Есть, капитан! Стой, это там не Скит МакМаркс впереди? Кто-нибудь на помощь!